11:42 по Киеву. Улица Сумская. Харьковская областная, здание Харьковской областной администрации. В Харькове велодень, перекрыты улицы. Закончился уже. Сами мероприятия велодня закончились, все разъезжаются по домам, по пикникам. Палатка, по-моему, коммунистическая партия. Так, по-моему, сторонники. В общем, не буду я комментировать, чтобы определениями людей не обижать. Неточными. Ну, в общем, прекрасный день в Харькове. Просто прекрасный.